земля от света повернет во тьму. Эту фотографию я сделал недавно, в сентябре. Просто шел мимо. Вот, вот эта вот ненависть к веткам. Их надо укорачивать. Вот на следующий год, вот, видите, возьмем вот эту веточку, которая смотрит немножко вверх, в левом верхнем углу. Вот она. На телефонах, может, не видно мою стрелку. Вот. На следующий год на ней будет вот такая висеть. Вон там, вот видите, там выше висит. Я не понимаю. Вот. У нас на Украине говорят, с глузду съехали. Вы понимаете, с глузду съехали, уже по-другому не скажешь. Вот это, вот она не только к этому. Помните, там та же, тоже груши, тоже волоски вертикально. Это будущее ветки. Это может, не центральный штамп, но и штамбики. Они опять потом и начнут плодоносить, и плодоносят. Вот этот идиотизм, вот. Они с глузу съехали. Вот, панове. Я уже по-другому говорить не могу. Я украинский почти забыл, но мат-то я не забыл. Вот шел мимо, взял, сфотографировал. На следующий год вот здесь, на этой вот повиснет. Вот здесь повиснет через год, вот здесь повиснет. Каждый раз будет висеть вот эта гроздь. Не имея ни малейшего понятия вообще ни о чем. Нет, взять это... Слушайте, один фотографию взял. Как первого... Сейчас. Найти в Яндексе. Ну-ка. Ну правильно, блядь. Украл с этого, видели? Ну. Статью сочинил. Из пальца высосал. Фотографию спер, по-русски говоря. Что, на украинский переходить? Тьфу. У меня давление начинает подниматься. Каждый раз, когда груши отрезают ветки, их вообще ни одну нельзя отрезать. А что ж там до 90 сантиметров написано? Это что, идиотство? Ветки первого порядка второго, которые первому заплодоносили. А если не заплодоносили, то они кормят корни. А чем корни кормить, когда вместо веток раны сплошные? Жизнь удлиняет. Так, все, давление подскочило уже, голова заболела. Каждый раз вот так вот.